Свежемороженое Мойва – один из товаров, особенно любимых пенсионерами. Вот только в магазинах бывает нечасто, сетуют домохозяйки. А если и есть, то дорогая и мелкая. Наша съемочная группа совместно со специалистами Комитета рыбохозяйственного комплекса проверила, насколько обоснованы претензии мурманчанок. О результатах узнаете из следующего материала. Мойва жареная, пряного посола, печеная, тушеная с овощами. Рецептов приготовления морской рыбки великое множество. И мама моя, знаешь, она делала, ее парила. Поджарит лучок, морковочку, и потом складывает слоями так и парит ее. И я бывала, как захожу в подъезд, я уже слышу, что мама напарила мойвы. Вот только сегодня мойва совсем не та, что была раньше, расстраиваются пенсионерки. И обидно называют ее килькой. Просто я почему не взяла, потому что мелкие. Ну, я по телевизору видела. Там, конечно, когда приходит с моря, более крупная. Может быть, она в регионы уходит, хорошая мойва. Продавцы, лично сортирующие и фасующие товар, с такими претензиями не согласны. Говорят, рыба хоть и не крупная, но на кильку уж точно не похожа. К тому же и эта продукция пользуется спросом. Морозильные камеры в зале приходится пополнять каждые полчаса. Сегодня был хороший ажиотаж. Бабушки стояли даже в очередь. Мойва дешевая, по 50 рублей за килограмм. Мойва очень хорошая. Средняя, не мелкая. Мойва приходит тоннами. Разбирается она хорошо. На сегодняшний день реализация проходит успешно. Не успеваем фасовать. Впрочем, и покупатели, и продавцы сходятся в одном. Стоимость свежемороженой мойвы весьма демократична. Кстати, за необоснованное повышение цены могут серьезно оштрафовать и даже запретить торговлю. А если речь идет о крупном сетевике, под угрозой окажутся все его представительства. Затем, чтобы законодательство не нарушалось, регулярно следят представители целого ряда ведомств, в том числе Комитета рыбохозяйственного комплекса. В центре внимания как розничные цены, так и оптовые, установленные региональными производителями. Собранные данные обрабатываются и фиксируются в единой базе, а информация о нарушениях направляется в правоохранительные органы и органы власти. На оптовых поставках цена сейчас составляет на мойву 60-70 рублей за килограмм. Для жителей Мурманской области эта мойва уходит по цене от 35 рублей за килограмм. С учетом затрат на перегрузку, хранение, заморозку и прочих, на транспортировку, цена в опте составляет уже 50 рублей. Но она ниже, чем та оптовая цена, которая уходит в другие регионы, где наша мурманская мойва пользуется очень хорошим спросом. Для сравнения, цены на другую свежемороженую рыбу в неразделанном виде составляют в среднем. На треску от 200 до 250 рублей, пикшу от 190 до 210, сельдь 110-115 рублей. И всю эту продукцию без труда можно отыскать на прилавках мурманских магазинов. По словам специалистов комитета, ежедневно только одна из крупнейших в области оптовых торговых компаний отгружает в розничные точки 2-3 тонны мойвы. Такой объем продукции раскупается в течение нескольких дней. С начала же пути на Мурманский морской рыбный порт принял 17,5 тысяч тонн мойвы.